если взять. А молодежь тем временем стремится самостоятельно решать стоящие перед ней социальные вопросы. В Доме правительства состоялось организационное заседание молодежного правительства КБР. С приветствием к его новому составу обратился руководитель администрации главы КБР Владимир Битоков. Назвав новоиспеченных министров коллегами, он поздравил их с утверждением, которому предшествовали конкурсный отбор и собеседование, выразил надежду на плодотворное сотрудничество. Порекомендовал использовать опыт команды первого созыва других молодежных органов, которые неплохо себя показали. Активной вам работы, больших вам успехов. А мы, ваши старшие товарищи, всегда будем готовы поддержать вас, помочь и подсказать. Успехов вам! Напутствую ребят, заместитель председателя правительства, министр образования, науки и по делам молодежи Нина Емузова отметила, что для них это хорошая ступень, начало общественной, политической и профессиональной карьеры. Вместе с тем, быть избранным не так сложно, труднее состояться в этой должности. Кого-то этот лифт поднимет к вершине власти, а кому-то не даст ничего. Сегодняшних лидеров, подчеркивали наставники, рассматривают в качестве тех, кто придет на смену. Поэтому важно готовить себя к большим делам и использовать открывшиеся возможности. Молодежное правительство возглавил Керихан Бербеков. В своем выступлении он поблагодарил руководство республики за оказанное доверие и заверил, что со своими соратниками приложит максимум усилий, чтобы его оправдать. Первоочередной задачей в деятельности своей команды он назвал создание условий для молодых граждан республики, которые позволят им самостоятельно решать стоящие перед ними социальные вопросы. Важно, отметил Бербеков, продолжить работу по трудоустройству молодых специалистов, вовлечению молодежи в социальную практику, информированию о потенциальных возможностях саморазвития, поддержке ее научной, творческой и предпринимательской активности, гражданского образования и патриотического воспитания.